Голос так чуть-чуть. Намеки есть на восстановление. Всем привет, мои хорошие, мои любимые. Голос немножко есть на намеки на восстановление. Надеюсь, что завтра, Господи, помилуй, чтобы... В этом случае я не атеист. Знаете, когда касается вот спеть. Спеть из самолета. Особенно когда голос, ну, не совсем отвечает, как бы. В общем, сегодня опять у меня началась атака, объявления о продаже какие-то. Опять писали мне мужчины разных лет, разными шифрами такими, знаете, своеобразными. Ну, видно свой такой язык. Домин, как понять, домин. Сейчас найду. Домин, что это такое? Стало интересно. Так, так. Ага. В общем, не знаю, где они. Так, так. Привет, обслужи домин полтинник ствол 17. Я шушу, думаю, шушу за бред. У тебя открывают такое сообщение в Вайбере. Привет, обслужи домин полтинник. Ствол 17. Я думаю, че что-то оружие какое-то почистить надо. Что ствол 17? А потом дальше он пишет. Сделаю массаж предстательной. С тебя 300 за сеанс. А я вот три вопросительных знаков. Он каже, писал, можешь МП. Я думаю, место печати. МП. Что такое? Большими буквами НП. Ну, я показываю. Я пишу, МП это что? Он пишет, материальное поощрение. Я думаю, вон оно, что я еще, знаете, типа должен кого-то поощрить, чтобы мне сделали массаж. Представьте, ну, так, я теперь, тогда я понял, к чему там стол 17. Ну, домин и полтинник, не понял, что это такое. Что это? Полтинник баксов, думаю. 300, что это? Думаю, может, ствол 17, что это, полтинник? Думал, ну, полтинник, что, за ствол подержаться, полтинник баксов, а там 300 баксов, думаю, нихера себе расценки. Я говорю, а домин полтинник, это что? Он пишет, акт 50, 177, 69, 17. Это понял, что ствол 17. Акт 50, 50 лет человеку. А смотрите, как прикольно. Рост 1,77 м, а вес 69 килограмм. Блядь. И тут я думаю, вот это, блин, молодец, мужик. 50 лет, выглядит как в 69. Еще и 17 у тебя работают 50 лет. Ну, молодец, еще и хочет денег. А я пишу, а 300 чего? Он пишет гривен. И тут я офигел. Тема, да. Добрый день. Тем, привет. Я тебя хочу, кое-что зачитать. Ой, блядь, чуть не врезал. Хотел машину пропустить, а справа меня обгонял. И чуть я не врезался. Хотел ту пропустить, увильнуть вправо, а справа она обгонял. Ну, справа меня обгоняла, справа меня обгоняла, слева выезжала с парковки девочка. Я хотел ее выпустить, и поэтому пошел вправо, а справа там обгон. Ну, короче, такое. Я тебя зачитываю. Привет, обслужи домин. Полтинник, полтинник, ствол 17. Что это значит? Шо? Привет, обслужи, домин, полтинник, ствол 17. Не знаю, что за такая. Ну что это, как бы ты понял? Ствол 17? Да, полтинник, домин, обслужи, ствол 17. Военными? Обслужи ствол 17. Полтинник. Домин. Домин. Что такое домин? Дочка. Ну, домин это домин это типа как администратор. Тот, кто пишет. Ага. А что это значит? Домин полтинник. То есть это.
Домин не полтинник, а полтинник. Не админ, а домин. Домин. Домин, это его название. Это его название. Позывной, да? Да. Ну, обслужи ствол 17, это я не знаю, что такое. А что это, что тебе что написали? Ну вот с утра такое сообщение в Вайбере. А потом дальше. Потом дальше. Сделаю массаж предстательности, себя 300 за сеанс. Это дали объявление от моего имени, я так понял где-то. А я ему пишу, пишу три вопросительных знака. Он пишет, писал, можешь МП. Я говорю, МП, я подумал, что место печати, я не понял, что МП. Он говорит, материальное поощрение. А я говорю, а домин полтинник это что? А он пишет, акт 50, 177 рост, 69 килограмм, 17 сантиметров. Ты представляешь, мужику 177 рост и 69 килограмм. Какой молодец. Вот это мне понравилось. А я пишу, а 300 чего? С тебя 300 за сеанс. А он пишет гривен. Я пишу, так мало. Блин, люди за 300 гривен готовы сувать свою вот эту вот требуху непонятно куда, блядь. За 300 гривен. А я пишу, так мало. А он пишет, я не деру три шкуры, как пройдохи. Нет, это, ну, я не хочу его, он же, понимаешь, по объявлению, он же не виноват, что какой-то дурак дал объявление. Понимаешь, как бы унижать я его не хочу. А я, он пишет, что решаем. А я пишу, а можно скрин объявления? И он больше ничего не ответил. Угу. Другий пише. Здравствуйте. Я пишу, доброе утро. Я Алекс по объяве. Я говорю, по какой? Объява. Встреча за МП. Опять уже МП. Встреча за МП. Я кажу, а можно скрин? А он каже, я его не скринил, сразу написал. Если не ваше, извините. Я пишу, а что там было написано? И он ничего больше тоже не ответил. Ну, наверное, понимают, что не мое, да, что? Другий вообще там писал, я сейчас приеду, будешь обслуживать. Какая цена? Я кажу, а сколько ты хочешь? А он каже, ну, сколько ты дашь, цена твоя. А я пишу, цена может быть какой угодно. Он пишет, 2000, 3000, я думаю, че долларов, че шо. Ну, представляешь, как дешево. 2000 гривен. Или 100, 2000, 2500, 3500 или 100 долларов. Он так вопросительно, ну какая, мол, цена? Цена твоя, типа. А потом, короче, начал высылать. Алло. У Тёма деньги кончились. Тоже еще, блядь. Ты тоже за 300 будешь. За 300 согласен. Дешевка. Я в шоке, конечно. Я думаю, у меня сегодня такая развлекуха, знаете, с утра. Если можно так назвать. Вчера хотел так... Ну, деться. Децей. Тёмчик. Тёмчик. Типок. Голос по чуть-чуть, ребятки, вроде как по чуть-чуть, намёками, намёками. Да не пропав, тебе что, деньги кончились на счету? Ты тоже 300 за сеанс? 300 за сеанс тебе дам, так уж и быть. Ну, я ж тебе набираю. Ну и, короче, другой начал писать, что любая цена... Я говорю, та цена, а мне, знаешь, думаю, ну, хотел же объявление, он говорит, я уже закрыл, говорит, не найду. А где он его нашел, непонятно. И короче, а я говорю, типа... Он тут, смотрю, начал фотки скидывать все подряд. А я взял еще нечаянно и позвонил, хотел информацию глянуть, думаю, кто что. А потом смотрю, оно еще и позвонило ему, я кажу, ой, нечаянно, он такой улыбки. Самвел, Самвел пишет, а там видно имя мое, Самвел указано, понимаешь? Ага. Ой, бля.
Скажи мне, пожалуйста, что ты делаешь? Я только к маме приехал. До тебя заехать? Надо, короче, чтобы ты мне приехал помочь. Что помочь? Надо 2 10-тонника разложить. Ой, ну иди на меня, ты херню. Кстати, сегодня я еду к Юле, там мы покупаем, вот это ж те $3000, я поменял там сколько-то, 100 с чем-то тысяч гривен, я потом зрителям покажу, сколько оно. Короче, там надо купить, Юля заказала там для, ну, на передовой, там у нее группа целая, там, из 10 человек. Вот она купила термобелье, заказала, и сегодня приходят эти посылки, ну, с эпицентра, с разных городов. И 10 посылок разных там. Короче, им кофты и штаны надо, термобелье. Вот она, размеры они ей сказали, все, она там, ну, что-то там на 21 с чем-то тысячу, но там еще не хватает, сколько-то футболок надо купить будет. Потом, значит, вот это ж на шлем. Я тебе обещал вот этому парню. Чимиш, да, он заказал его, он по размерам там заказал, я не знаю. Шлем мне где-то там с Израиля винтили, понял? Він каже про те, що він ще не доїхав. Він до них приїде прямо на базу Азова, поняв? Ого. Ну, то да. Мені не важливо, куди воно приїде, я зараз відео записую, ти не говорили з ним. Так, я, ну, там скажеш, як йому гроші перевести? Он... Я, він сам приїде, а я сама, секундочку. Да, да. Да. Азовець. Да, Артём, что там? Нет, извините, на две кеги вы отнимете в следующий раз, в понедельник, когда я буду делать запас, уже плюсом будет ваша сумма в дебиторке висеть. Я вам этот, я вам потом понедельник скажу, какую сумму отнимать. Да, вот эта сумма будет висеть в дебиторке, скажу потом отнимать. Давайте я вам... А сейчас просто полностью оплачивайте, да, потому что сумму не могу в дебиторке еще. Вы проведете два рата, но потом я вас не беру, скажу, как там сумма. Ну, там будет та сумма, я думаю, вам выключила. Все, хорошо, давай, директор. Слышишь? Алло. Это. Ну хорошо, он сам приедет, ему что, в руки отдать надо деньги? А, нет, ты просто там заплатишь на Азове, просто, а он не заберет, что это шлем. Короче, дивись. Я на Азове буду платить? А что ты не хочешь? Где? В их фирме? В их конторе? Чи где это, я не понимаю. Да. Я туда поеду? А? Че я туда поеду? Да нет, тебе тогда, ну, я знаю, где он туда находится. Ну ладно, ничего не говори, да. Я понял, в общем, это я тебе сделаю. Значит, надо сублиматы. Сублиматы – это одноразовая еда, яку можно просто распечатать, з'їв и все, понял? Це вони используют на передку. Вот, оці сублімати. Я можу, в принципі, узнати, чому воно там оце. Узнай, де, бо я нічого цього не знаю. Воно недороге, от. Оце, що каже, єдине, що надо. Я зараз ще побалакаю на цьому, тебе на фільмі, я їм ще можу. Ну, там ще у мене от этот парень, що то каску, там ще щось, йому якісь батарейки, зарядки посилав. Ага. Там вони собирають на квадрокоптер, або щось таке, що-то, зараз я скажу. Я понял. Написала б у мене в інстаграмі. Це можемо, короче, ну, хочеш... Ну, я просто какую-то сумму туда хочу, оцей парень, що Антон, що... Да, що да, їм да, надо да. за 85 тисяч гривен, короче, сам почали собирати на дрон, Mavic 3, 85 тисяч гривен. Вот. Ну, я могу там, да, ему какую-то сумму тоже послать из этих денег. То есть, ну, шлем сколько там стоит? Это 20, ты говорил, чи больше? Это стоит 400 долларов. $400, все, хорошо. Да. Ага, вот. $400, это примерно 6,38, где-то 20. Ну, чтобы эти гроши... Не-не, я собирать не хочу, потому что потом будут писать, что я прикарманиваю, не хочу нахер. Да? Я тебе понял. Ну, короче, я подивлюсь, почему тебе сублиматы, понял? Ну, я думаю, что они недорогие там вообще, ну, ты понял? Ну, я не думаю, что там, может, если оно стоит там... Там еще у меня есть $100, женщина выслала, я еще тоже не снял их. Вот 3000 и $100. Ну, я хочу какую-то сумму, хотя бы 1030-40 можно послать. Ну, там вот Юля на 21 с чем-то заказала, и там еще что-то надо докупить. У тебя там 1020 получается, 40. Я хочу 1030 послать вот этому парню, они там 85 собирают. И там останется что-то, потому что там, я сейчас скажу, сколько. Вони,
Вони, коротше, сказали про те, що вони зроблять відео, що, типа, за спасибо за те, що поняв, що, типа... Та зачем мені? Не треба, Артем, на що воно мені? Ні, на це, ні, ну просто, щоб для цього. В них же їх своя сторінка в інстаграмі, якщо що, хочеш зайти. Ааа, так в мене ж інстаграма нема, мені удалили орки. А, та я Колі, до Колі зайду, ти подивися, там 98 бат написано. Ну, хорошо, ну, якщо їм треба збор, хай вони собі соберуть, зроблять, ти скажи їм так, хай вони зроблять собі, якщо треба гроші зібрати, какой-то скріншот, ну как, не скриншот, а пост себе в Инстаграм пусть сделают, да, что собираем, да, на то-то, на то-то. А я могу в видео оставить ссылку, сказать, что собирают, о, потому что я-то ничего точно не буду собирать. Точно. Да. Это. Поэтому я так. Я, короче, тогда из ними поговорю. Они, короче, раз в месяц приезжают сюда на цей, понял? Хорошо, ну то потом, да, поговорим. Да, побалакаем. Все, хорошо, тогда, ладненько, давай. Добрый. А, что я хотел сказать, да, тебе, я тебе не по цьому звонил. А в тебе коли цей концерт? Спектакль завтра, Артем, у меня голос, блин, оселший, то ли из-за кондиционера, то ли чего, у меня такой не смык сумасшедший. Но сегодня по чуть-чуть, как бы вот так вот, могу вот это мне надо тоненько, так тихонько, понимаешь, на мецо-пиано, блин, и... А ты вчера съездил тогда из-за кондиционера, наверное? Да нет, это уже не знаю от чего, уже день третий, наверное. Чи от кондера, чи в трансляции наорался, не знаю что. Светка сказала, что сегодня вечером приедет от этого гостя. Я приходил. А ты будешь дома вечером? Буду, да. Ну, я там до Юли поеду часа в 4, она работу заканчивает, ей же надо на новую почту получать посылки, это надо оплачивать все. Ага. Потому что я переводить деньги не хочу, потому что переводишь, оно теряется там. Я понял. Ну хорошо, я тоді просто, щоб після роботи, там часов 6-7, ти будеш вдома? Ну, буду, да, якщо що, дзвоніть предварительно. Хорошо, ми набираємо. Добренько, Тьомчик, окей. Давай. Все, давай, пока. Давай. Сейчас скажу, сколько получилось денег этих, я получил их. Ну, перевод. 109 705 гривен 80 копеек, $3000. Вот то, что я получал, я тут не хочу вам счета показывать. 109 тысяч, он, видите, $3000. Эта женщина просто свое, как бы, желание из Америки, она свое желание, как сказать, потратить деньги. Но она просила там на детей, если на детей не получается. Мы там писали про детей то-то, Юля обращалась в детскую больницу, говорит, все, что касается детей-переселенцев, говорит, все есть. Куда-то писали там, мне писали зрители, там он в Надвирной, какие-то дети, Яны в Надвирной, понимаете, кому-то деньги отсылать, так я тоже не буду. На какой-то счет я не хочу так. А вот то, что я знаю, вот то, что надо, вот Юля знает целый отряд там ребят из ЗСУ, с передовой. Вот там им надо. Они сказали, что надо, написали список. Сегодня поедем, часть пришло уже на почту. Потом вот Артему там шлем надо, парню, еще какую-то сублимированную еду, я так понял. И вот там парень, тот, что шлем, там что еще что-то я покупал, там ему надо, вот на квадрокоптер они собирают. Чи на дрон, чи что-то такое, я не помню. Вот это туда. Все покажу, потом все отчитаюсь, чтобы потом не было разговоров лишних. А когда меня просят, тут тоже просили сделать сбор. Не, ребята, я не буду делать сбор, никакие деньги на свои карточки, ни для кого я собирать не буду. Сейчас у тебя вот этой девочке напишу. А можно карту Артема? Артема. Мне выслали деньги. Я часть отправлю на что? На дрон. Ой, блядь. Я часть отправлю на дрон. А написал на дрочь. Бляха-муха. Бляха-муха. Ой, Артема. О, блин. Все карту Артема. Ой, блин. Ой. Я его перепутал, написал Артем, напишет Антону. Все перепутал, блин.
Вместо Антона Артема. Вместо дрон дрочь получи. Ой, прости, господи. Да у меня карта его просто, я ну, отсылал ему тогда переводы, ну где его карту искать, сейчас я не знаю. У меня Инстаграм закрытый, заблокирован. У меня там один знакомый занимается, если получится, разблокируют. Ну тоже за деньги. Из душа вышел, вот аж жарко. Что-то он написал. Сейчас я отправлю. Это все еще, знаете, это все еще, понимаете, ты переводишь с карты на карту, тоже теряешь деньги с этих переводов, но это я вообще уже не считаю. Так, так сейчас я, наверное, 30 тысяч отправлю. Сейчас он написал уже, мне дал карточку. Так, и скриншот вам покажу. Все, вот, отправляю. Все, деньги ушли. Все. Надо было скриншот сделать. Я так сделал. Так. Антону. Прикрепляем скриншот. Отправить. Все. Спасибо огромнейшее. Сердечко поставил. Береги себя. Коля, да, Коля, алло. Ты уже у мамы? Не, я тут сижу еще в машине. Тут парень, что это, они там на дрон собирают. Тут что, каску, помнишь, что-то? Вот, я выслал эти же деньги, что 3 тысячи я получил, 30 тысяч отправил. 30 тысяч туда, вот сейчас с Юлей сегодня надо там получить вещи, потом Артему там на каску, ну потом посчитаю, сколько еще уже куда-то. А, понял? Ты что-то мама не заходит? Вообще не. Я вот так поеду. Ну давай, добро. И как назад позвоню, тебе ты будешь у мамы? Ну подивлюсь, да, добро. Давай, пока, пока. Так, ну вот надо записать 30 с той суммы. Надо все записывать тогда, я потом. Ой, потом, по-моему, я паспорт потерял, ребята. У меня осталась одна пустая вот. Вот. Одна пустая обложка от паспорта. Паспорта. Чи десь я носив, чи він випав, чи чорті ж. Тридцять тисяч, Антон. Антон ЗСУ. Так, є. Там 109 чем-то. Считай, осталось 90, сколько, 80 тысяч. Сегодня, кстати, у нас будет какая-то машина ездить, измерять радиацию по Днепру, поэтому не пугайтесь, предупредили, что в связи со взрывами на этой атомной станции, Энергодаре, там какие-то взрывают эти придурки. Вот. Будут измерять радиацию, чтобы готовиться, если что, эвакуировать людей. Ну, если что, они описали у нас, что в случае взрывов, то придется эвакуировать 400 тысяч человек. Из Энергодара, там, Павлограда, еще, но это не сегодня писали, а раньше писали. А сегодня написали, что будет ехать машина измерять, ну, вот эту вот степень зараженности. Дожились, блядь. Кстати, сегодня видел в ТикТоке этого Жириновского, так вот он сказал,
Все, ждите 19 сентября, все закончится. 19 сентября. Но потом начнется опять 24-го, когда будут в 24-м году, все заглохнет до 24-го года. А потом опять начнется, типа в 24-м году, когда будут выборы. Какие выборы, я не помню, если честно. Вот такое что-то я услышал. Может, действительно остановится скоро. Как оказалось, Жириновский много чего знал.